знаете, на этом турнире я первый раз. Хоть девочки приезжали наши, но я лично сейчас приехала, я очень рада. Во-первых, Веру увидела, увидела девочек подготовленных, Наталью. Своеобразная ностальгия у меня была по этому вопросу. Я очень рада, что гимнастки Турции очень подтянулись, очень выглядят хорошо, высокий уровень подготовки. И я, конечно, желаю им высоких результатов на международных и, главное, на соревнованиях, где они защищают свою страну, и они имеют таких тренеров, что по-другому быть не может. Мы очень давно знакомы, и очень давно мы, так сказать, делили свои успехи, и вот потому еще, кроме того, знаете, у нас было много добра тогда, очень. Сейчас тоже, конечно, добро присутствует, но теперешняя конкуренция другими словами разговаривает. Сам собой, конечно, турнир очень организованный. Мы много объездили, много видели. И, конечно, мы очень благодарны, что я лично, что побывала на таком турнире. И, что самое главное, турнир турниром, успехи успехами. Но прежде всего, значит, это человеческое добро, эти отношения, конечно, они имеют свою цену. Я сейчас одну девочку привезла, и думаю, что она идет с успехом. Саломе Пажава, она уже на многих турнирах выделяется, везде призовые берет места, и, конечно, у нас большие надежды. И что самое главное, вы знаете, что очень хорошо, когда видишь достойных соперников, это и ценишь их, и в то же самое время берешь своеобразную ориентацию. Тоже каждый турнир, это все же очень полезен и очень много дает, особенно этот турнир, очень территориально. И знаете, по темпераменту, по характеру выступления, все же вот здесь поймут больше, хоть я очень люблю Европу, но у нас стиль да один. И значит, конечно, зритель здесь тоже по-своему воспринимает, не только чисто спортивные. И поэтому, если все будет хорошо и на будущий год третьим, я, конечно, привезу больше детей. И главное, знаете что, не только чтобы мы приезжали, надо, чтобы к нам приезжали. Вот это выражение, конечно, нашей дружбы, что еще раз подчеркивает нашу дружбу, наши взаимоотношения. Вот, конечно, то, что мы друг к другу должны ездить, и должны ездить почаще, и на сборы должны ездить. Ну, я сказала Вере, что если вы надумаете приехать, я специально устрою второй международный турнир с приглашением опять разных стран, и ориентир буду брать на вас, что вы вот тогда хотите, я устрою это. Спасибо большое. Вам тоже спасибо. Минчи, Саломе Пажава, Джорджия.